Марк занимается футболом в детском спортивном лагере «Барселона». Говорит, в этот вид спорта влюбился буквально с первой тренировки. Мне 7 лет, и я начал заниматься футболом с того момента, как мне папа сказал заняться каким-то видом спорта. Он еще меня повел на хоккей, и мне там не понравилось. И потом он попробовал меня повести на футбол. И вот так я начал заниматься. Упражнения с мячами, подвижные игры, полноценное питание, анимация и, конечно же, футбол. В детском спортивном лагере «Барселона» ребята целый день общаются, играют и тренируются с настоящими профессионалами. Футбольное поле в поселке Горки-2 для таких занятий идеально подходит. На нем занимается сразу несколько команд из разных клубов. Мы совместили эти две тренировки. И помимо тренировок индивидуальных, они еще и снабжаются между собой товарищескими играми. Смотрят друг на друга, косятся, перенимают опыт. Поэтому все в плотном взаимодействии, как и положено в спорте. Тренеры Академии отмечают прекрасные условия, созданные в Одинцовском округе для создания тренировочной базы. Поделились планами по развитию детского футбола. We really love this place because we had the first experience or the short experiences here, and we already feel that there is a lot of people that likes sport, likes to come here to play. And in Barcelona, what we really love is to have children and have people playing football. From our side, we are trying to teach values to make them grow as a person, to make them grow as a player. So we really love this place, the environment, and the size of the field is amazing. Мы не так долго здесь пробыли, но мы можем сказать, что мы в абсолютном восторге. Детки наши тоже в абсолютном восторге. Нам очень нравится здесь тренироваться. Прекрасная инфраструктура, прекрасная логистика, местоположение. И, конечно же, размер поля покорили нас. И мы бы с удовольствием продолжили растить новых чемпионов здесь. Взаимодействие с всемирно известным футбольным клубом дает дополнительный стимул развитию детского спорта в нашем муниципалитете, уверен Игорь Шаповалов. Тот интерес, который сегодня проявляет футбольный клуб «Барселона» к Одинцовскому городскому округу, инфраструктуре для футбола, это говорит о том, что действительно благодаря работе администрации, главы округа, появляется такая инфраструктура, такого уровня, такого качества, которое соответствует запросам таких сильных клубов, как футбольный клуб «Барселона». Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».